А короче, не было шпильки? Не, ну чисто вон, теоретически. Да, главное не отвлекаться, ой, господи, нам сюда смотреть. Всем привет, компания UMZAP в лице меня, Санька, Санек, помаши. У нас есть подписчики, да, и Вовчика. Скучаем, тренируем воинскую смекалку. Да, Вован? Что делаешь, Вов? Куски форсунки вот там. Да, итак, смотрите, перед нами головка Саньонг. Всем известная проблема. Не достается обычно форсунка 4-го цилиндра. Вообще, в принципе, встречали. Да везде встречали. И 1-го, и 2-го бывает. Бывает, все 4 не вылазит. Вот, приобрели наборчик. Вот он. На 20 тонн пресс. А потом, если кому-то будет интересно, расскажем. На Дубнинской у нас уже, в принципе, есть человечек, который достает без съема башки. Можно уже туда обращаться. Он достанет за разумные деньги. Соответственно, на Севанской мы решили тоже набрать такого человечка завести. Да. Пока у нас есть Вовчик. Да, Вован? Будет тем золотым человечком, который это сделает. Вот, качнем. В идеале, видите, здесь идут болты в наборе, они идут каленые. Мы в силу того, что спешили, сначала купили шметчик большим радиусом, там не было этой шпильки, и соответственно пока пробуем обычный достать шпильку. А короче, не было шпильки? Не, ну чисто вон, теоретически. Круги на болгарку кончились. Да конечно, кругов вон там на складе валом. Не хочется пилить. Не хочется пилить? Бережешь глаза, да? Ну я понял. Итак, называется «тяни, толкай». Один тянет, другой толкает. Да, давай, поехали. Ну что, опять потянет шпильку? Но если сейчас она опять рухнет, слышишь, надо будет тогда что-то думать. Что, хочешь постучать? Слушай, Вова, ну если дальше на машине так делать, то с такой шпилькой как бы придется капот снимать. Сверлить. Просто сверлить. Без съема головки и без съема капота. В капоте просверлю? Да, некоторые клиенты хотят, чтобы у них следы снятия. Ну, давно запчастей не было, просто будет сверлить. Добрый день, с вами компания OMZAP. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привести к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонта вашего двигателя. Шпилька, думаешь? Не видно, он гайки скрутил, и вон она, видно, что она тоньше стала. А тут прям серьезно. Короче, нужна, где она? Покажи, каленая шпилька, да? Да ты не крути, Санек, пытаясь поймать, а ты... Понятно. Форсунка пока еще там сидит. Слушай, форсунки резьбы хорошие, зарядок. Да, резьбе ничего нету, да? Хотя... Нет, нет, ничего. Гуд. Погнали. Стартовая позиция номер 2. 3. 3? Ну зачем ты людям сказали, уже 2, ты выставляешь мне. Да. Ну короче, 3, да. Мы же первую не снимали. Опять потянула? Да, она не держит. Ну говно, металл, он, видишь. Там не то, что потянула. Так выкрути, если сейчас потянут, то уже что? Она уже потянута. Так выкручиваю ее. Что, она еще одна выстрелит и будем такой же. Гайка. Эта гайка уже не шевелится, все. Потому что я растянул. И это. Да, понятно. Короче, нужно каленое, правильно? Да. Ах, не одно, так другое.
Это Владимир, старший научный сотрудник. А мы Джессику, кстати, не позвали. Она наверху. Да, надо привезти. В общем, смотрите, шпилька рвется. Купили каленый болт. Вообще даже тот даже чувак, который продавал, не знает, от чего она, для чего. Ну, какая-то ГБЦшная, да, похоже? Похоже. В общем, он должен выдержать на этот наплыв давления. Да. Да. У нас есть старшая научная сотрудница. Ученица моя. Да, ученица его, Джессика. Вован, давно вы с ней вместе? Ну, уже второй месяц. Ну, как она? Нормально. Ну, сейчас она проконтролирует. Да, главное не отвлекаться, ой, господи, нам сюда смотреть. В общем, сейчас установим и попробуем выдернуть форсунку. Пошло. Сегодня потяжелее. Да? Во, что-то. Крепко. Но сегодня звуки. Есть. Да. Вчера шпилька. Сегодня усилий друг. Ну что? Мне кажется, все, не? Ну-ка. Не? Сидит, да? Да не. Сейчас еще выкрутим. А ты эту хочешь приподнять? Да. Ну что, пошло хоть чуть? Вроде бы как, да. Не, ну стуки были. Что-то точно пошло. Либо резьба лопнула, да? Ну с таким... Он бы сломался. Полегче. Вов, не стой так близко. Вышел? Ну не вышел, мы еще сейчас будем перекручивать выше. Ну-ка, приподними, там что-нибудь видно? Двинулось хоть с мертвой точки. А непонятно пока, да? Хотя вроде, смотри, двинулся, но сейчас вам, к сожалению, не будет видно. Продолжаем. Вов, ну что, доложи по команде. Миссия выполнена. Теперь работаю охранником, сторожу склад. В общем, вот так это делается. Знаю ваши там, сейчас начнутся комменты, что типа понятно, это. Снимается на машине, снимается клапанная крышка. Причем даже не надо снимать форсунки, потому что клапанная крышка... не перекрывается форсунками Delphi, она снимается так, вот здесь ставится такой же упор и снимается прям по месту, поэтому звоните, пишите, спрашивайте, если есть желание, достанем, нет, подскажем, что нужно. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Джессику, на Вову, записывайтесь, всем пока.